Привет, привет, народ, давно не слышались, не виделись. Вот решил сделать небольшую трансляцию, поотвечать на ваши вопросы. Как вы, как настроение? Привет. Привет, Эстония, Екатеринбург. О, Артем, я твой двойник, пишет. Круто, привет тебе, брат-близнец. Вообще существует такая теория, что у каждого человека существует брат-близнец. Меня очень забавляют вот эти все фотографии, там, где есть люди похожие друг с другом, которые не знакомы между собой. У меня тоже такие есть ребятки. Съемки идут отлично, но, то есть, морально довольно сложно, потому что мы уже отобрали четко тех, кто будет участвовать в шоу, тех, кого вы будете наблюдать каждую неделю. Вот. Но я могу сказать одно, что это жестокое шоу, и, пожалуй, это была моя самая сложная съемка в жизни. Мне еще никогда не приходилось никого выгонять, поэтому довольно сложно. Что за новый Рома? Без понятия вообще, откуда у вас такая информация. Не знаю я этого Рому. Один раз я его видел на Муз-Артерии, мы выступали во Владивостоке, по-моему, он там тоже выступал. И все, и вот как-то этот Рома, в общем, появился. И все сейчас почему-то считают, что он новый солист инбенд, это неправда. Да, мы втроем выступаем, и на Биглов шоу у нас тоже будет трое. В Питере гулять мы не будем, потому что у нас, к сожалению, не будет на это время. Мы приезжаем 12 с утра. У нас саундчек, выступление, и сразу же уезжаем в Москву, потому что 14 числа будет выступление в Москве. Нет, фанфики я не читаю. Я вообще, честно говоря, только от вас узнал, что это такое. Потому что много вы мне новых всяких слов подсказываете. Не знал я, что такое фанфики. Да, сейчас я один, я сейчас в Москве, дома нахожусь у себя. Нет, концертный график у нас пополняется постоянно, у нас он такой плавающий. Так, выспался. Вот сегодня почему-то нет, причем не понимаю почему, потому что у меня в принципе сегодня была возможность поспать, да и я проснулся в 10 утра, пошел на тренировку, еле как потренировался и целый день хочу спать. Не знаю почему, может погода. Нет, народ, я вас не забываю, просто мне, честно говоря, надоел перископщик, поэтому я все реже и реже в него выхожу. Куда? Дэдпул? Это фильм? Или что? Не знаю, что это такое. Так. Фильм. Ну, значит, да, наверное, пойду, если какой-то крутой фильм, судя по тому, что вы спрашиваете, то, скорее всего, да. Че? Болел в последний раз, я не помню, когда, правда, давно. То есть у меня были такие простудные моменты, которые, ну, там, 2 дня, ты себя неважно чувствуешь, но я не считаю, что это болеть. Для меня болеть это когда ты не можешь ничего сделать. Поэтому болел я давно. Дела в группе потрясающие, у нас полно сил, и мы работаем вовсю, считаю, сейчас, чтобы в дальнейшем вас радовать. Мы готовим для вас очень много нового. Потерпите. Че, нет звука, что ли? Как? Звук есть. Да, скоро 26, я сам помню. Спасибо, что напоминаете. Так, про Казань мы слышали. Можно надеяться на встречу с нами? Конечно, мы сами хотим и в Казани дать обязательно концерт. Ближайший концерт у нас будет в Серпухове. Вот сегодня мы узнали о том, что 7 марта у нас концерт в Серпухове или Серпухов. Извините, я не знаю, как правильно называется. В общем, это Московская область, 130 километров от Москвы, поэтому
Все, кто хотят сходить, в том числе и москвичи, могут сделать спокойно 130 километров, это не расстояние. Потом у нас 8 будет, 8 марта, я имею в виду, концерт в Москве. Где можно найти список городов, в которые мы планируем приехать? Вся официальная информация есть у нас на сайте. В Москве концерт был один. Это поколение М, наш первый большой сольный концерт, который мы сделали сами. Вот, пока что был только один. Нельзя часто давать в Москве концерты. Что? Все ли мои мечты исполнились? Да, конечно же, нет. Мне кажется, человек не должен переставать мечтать, или он потеряет интерес к жизни. Поэтому нет, у меня еще очень много планов и очень много о чем я мечтаю. Поэтому тебя любит мой 3-летний братик. Привет твоему братишке. Вообще, очень, мне, вот правда, мне очень приятно то, что нас слушают маленькие дети. Это показатель того, что мы поем хорошие песни, и в них есть смысл, потому что маленькие дети, их не обманешь. Ждешь выхода фильма? Я, наверное, его жду больше, чем вы. Правда, потому что я очень хочу увидеть, что получилось. Мы уже были на озвучке, озвучили несколько эпизодов, ну, которые там были брак по звуку. Вот, и я вам хочу сказать, что есть прям смешные моменты. Ну, может, они мне смешные, а людям показываются нет. Но мне кажется, нет, они смешные, правда. Так. Буду ли я отмечать днюху? Да, конечно, буду. Куда я денусь? Не хочу на самом деле, но у меня же есть друзья, которые скажут: Артем Викторович, нехорошо, нехорошо, зажал днюху. Ага, понятно. Поэтому буду. Дома буду отмечать, вот здесь, вот в этой квартире, в приятной обстановке и с приятными людьми. Да, Оскар на заднем плане, даже два. Автограф-сессии не будет в Москве 14 февраля. Это Big Love Show, это не наш концерт. Там будет очень много артистов, не только мы. Да не отморожу сегодня день рождения. Привет, Молдова. Нет, я не хочу краситься. На самом деле, у меня уже был такой опыт в жизни. Когда-то мне очень нравился Эминем. Но мне он и сейчас нравится. И я решил стать на него чуть-чуть похожим. Я всегда стригся коротко. То есть вот это на самом деле для меня... Понятно, у меня был период жизни, когда у меня были такие волосы, примерно как у Никиты, но большинство времени в своей жизни я был с короткими волосами. Так вот, и короткие волосы я однажды покрасил полностью в желтый цвет, прям как у Эминема. Забавно стало, когда начали отрастать, и я вот здесь вот состригал. Тут были черные, тут желтые, ну как у Толика сейчас. Вот. И нет, все, я переболел этим. Не буду я краситься никогда, наверное. Ну, я не знаю, что мне должно в голову ударить, чтобы я покрасился. Привет, Челябинск. Диана, выздоравливай. Хватит болеть, Дианочка. Болеть это... Ну, я обычно говорю, что болеть это непрофессионально, поэтому я не болею. Вот, а тебе просто хочу сказать, выздоравливай, хватит болеть. Болеть это время терять. Привет, привет. Ух ты, руку сломала, ё-моё. Ну, ребят, осторожней, ну ничего. Главное не ломать голову. Настоящих друзей не бывает много, но они благо есть. И у меня они тоже есть, да. Вот человек, который пишет: я сейчас обижусь, где Никита? Честно, меня такие вопросы уже начинают раздражать, я вам правду говорю.
поймите один простой факт. Мы не 24 часа в сутки находимся вместе. У Никиты есть свободное время, свое личное время. У Анатолия есть свое личное время. И у меня. Поэтому, если я выхожу в перископ, то это не значит, что нужно задавать вопрос в плане, где Никита, где Толик и так далее. Паралича нет, неправда, я уже говорил. Да, это бомбануло. Ну, правда, ребят, ну, честно, такое ощущение, что порой говоришь в одну сторону просто. У нас сегодня, ну, такое, не выходной, у нас была подсъемка для наружной рекламы РУ-ТВ. Будет премия 28 мая, 6-я премия РУ-ТВ, вот, где мы обязательно будем. Я надеюсь, мы возьмем какую-то премию. Вот. Планы на завтра сходить в зальчик и отдыхать. Казахстан, привет. Беларусь, привет. Пермь, привет. Не скучайте. Так. Я рисовать не умею. В Питер мы 12-го приедем. Ну вы чё, народ? Я же говорю. В Беларусь пока непонятно. Так, как ты относишься к тому, не успел прочитать, что-то там про Дениса. Как только мы выберем четвертого участника, мы вам об этом сообщим, друзья. Я вряд ли вам скажу об этом в перископе, правда? Все-таки у нас есть официальные какие-то источники, из которых мы всю информацию как бы и преподносим людям. Диана с днюхой. Поздравляю. Так, песня. Когда? Скоро. Песня и клип. Потерпите. Чуть-чуть, чуть-чуть. Я впервые у тебя в перископе. Поздравляю тебя. Если есть тут с чем поздравлять, конечно. Не знаю, кто вам обещал песню на этой неделе. Мы вам обещали в конце февраля. Но всякое бывает. И по разным причинам откладывается. Так. Ты любил ли я в школу ходить? Ну, в принципе, да, мне было не скучно в школе. Я всегда себя чувствовал в любой компании хорошо. Учился я нормально, когда хотел. Поэтому, да, я что-то устал чуть-чуть. Причем непонятно из-за чего, реально, весь день хочется спать. Какая из моих старых песен мне ближе всего? Сфера. Сфера — это прям полностью я. От начала и до конца этой песни — это прям мое. Это, знаешь, из серии такая демка, которая прям не факт, что ты выпустишь что-то искреннее, чем это. Вот для меня это сфера. Но я не слушаю свои песни. Так. Я пошла пока. Удачи, удачи и тебе. Я постоянно просматриваю ваши рисунки, арты, фотошопные всякие картинки. Я всегда их вижу. Ну, там, где вы меня отмечаете, конечно. Вот очень приятно. Иногда, конечно, не очень, когда вы там... Ну, мне иногда бывает не смешно просто. Вот. Но в большинстве своем вы очень талантливы и очень круто рисуете. Очень завидую людям, которые умеют рисовать. Это кайфово. Последнюю тату вот эту я сделал. Я не помню, когда это уже было. Ну, буквально там, в ноябре или в декабре. Где-то там.
Да, я люблю конфеты, я вообще люблю сладости, но стараюсь в последнее время не есть их, по крайней мере, во второй половине дня, потому что не влезу в телек. Да, маму мою зовут Татьяна Владимировна. Фильм выходит весной, скоро будет, сами ждем его, не дождемся. Так. Мне никто не выбирал 36 невест. Кто он такой сказал? Да, мы отобрали на отборочный этап 36 девочек, и из них. Ну, в общем, я не хочу вам раскрывать все секреты. Давайте дождемся шоу. Но шоу, мне кажется, будет интересное и эмоциональное. По крайней мере, первый съемочный день был очень эмоциональный. Интрига. Интрига. Почему я не сплю? На самом деле я жду Саята. Саят приехал в Москву, и мы с ним должны сегодня встретиться. Так. Надеюсь, не влюбитесь, а ты злая. У меня вот вопрос к тем людям, которые вот тут херню пишут в плане, ну, всякие оскорбительные штуки. Ну, правда, посмотрите на это лицо. Этому лицу абсолютно наплевать то, что вы про него пишете в плане оскорблений и так далее, потому что я четко знаю себе цену. У меня вопрос только один: зачем? Затем, чтобы я обратил на это внимание. Ну вот я обратил на это внимание. Что дальше? Ничего. В лицо ты мне что-то сможешь сказать? Нет. Почему? Потому что ты кусок говна. Я учился на программиста в универе. Но ненавижу на самом деле эту тему и нифига не соображаю в компах. Ну не, ну соображаю там по минималке, конечно, но программу я не напишу. Любишь ли бандиток? Да мы вас обожаем, правда. Я до сих пор никак не могу привыкнуть к тому, что вас так много. Это настолько кайфово. Спасибо вам огромное. Вы очень крутые. Ну, я считаю вас определенного рода семьей, конечно. Не та семья, как, знаете, как у каждого человека есть семья. Но в каком-то роде, да, можно сравнить. Шоу «Два голоса» потрясающее, очень клевые ребята, с которыми мы пели. Они, правда, очень талантливые. Вот. Жалко, там немножечко вырезали в конце. Мы еще там спели припев акапельно, разложили его на 5 голосов. Но это почему-то решили не показать, но да ладно. Вот, я очень рад за ребят, то, что они прошли дальше. Молодцы, крутые. Крутые, настоящие, искренние, талантливые. В общем, молодцы. Хотел бы отрастить бороду. Честно признаться, да. Но у меня, как это сказать? Ну, в общем, короче, и у папы у моего не особо растет борода, и у брата, поэтому, в общем, у меня не судьба. Может, это и к лучшему, зато не заморачиваюсь бритьем практически никогда. Не, говорит, не отращиваю, я же тебе объясню, я не могу. Так, генетически, спасибо, дорогая. Реально забыл слово, я что-то туплю под вечер. Москва тут. Привет, Пинск. Тебе без бороды лучше. Ну, вы же не видели меня с бородой, фиг знает. Может, мне с бородой было бы неплохо. Хотя, мне кажется, я был бы похож уже не на русского пацана. Да, Бруно Марс, Бейонсе, Колдплей, это офигеть. Я как раз ночью смотрел это выступление, это с ума сойти. Очень круто. Очень крутой уровень, конечно. Я люблю котов. Мне кажется, коты, они созданы для отжига. Для того, чтобы над ними поугарать, посмеяться. Очень забавные животные. У меня когда-то дома жило 2 кота. После этого я дал себе слово, что никогда не заведу себе кота. Брюнетки или блондинки? Абсолютно не принципиальный вопрос.
Ты сейчас с кем? Может, там кто-то в шкафу прячется? Собаки, да, собаки. Вот я хочу себе собаку, согласен. Собаки круче. А может, рыжий, правда? Как звали мою жену? Вопросов по поводу жены бывшей я поднимать не буду, потому что мне кажется, это ни к чему. У меня теперь другая жизнь, у нее другая, и поэтому нет смысла вспоминать и ворошить прошлое. Так. Крым, привет. Я хочу лабрадора. Мне вообще по кайфу эта порода очень, очень клевая. Причем мне нравятся лабрадоры любого окраса. Очень, очень крутая собака. Нет, девушки у меня нет. Я же снимаю сейчас шоу «Невеста для МБЕНД». Вы чё? Какая девушка? Это было бы по меньшей мере неправильно. Я не грустный, я просто чуть-чуть подустал. Что-то нос чешется не к добру, это кто-то в нос даст, походу. Рост 160 нормально, чё? Жениться нет, не хочу пока. Вот. Не знаю, что еще ответить. Не хочу жениться, я там бывал. Мне пока туда рано, мне кажется. Нет, пить я не буду, потому что не хочу. Про театр пару слов. Ну, я вообще такой какой-то необразованный пацанчик. Читать не люблю. Театр такое. Не, ну хотя, если спектакль интересный, то да, театр это круто. Но я давно не был в театре. Но все разы, которые я был в театре, было интересно, кстати. Я не знаю, что я не хожу в театр. Так, Латвия, привет. Так. Ждешь Big Love Show? Да, мне очень нравится Big Love Show. Очень крутое шоу. Мне вообще нравится все то, что делает Love Radio. Вот, и я жду прям, правда. Очень хочу уже окунуться в ту энергетику Ледового дворца и Олимпийского. Танцевальный такой микс. Хочу впрыгнуть с головой. Сколько премий у вас уже есть? Я точно не знаю, не подсчитывал, но, по-моему, то ли 13, то ли 14, что-то такое. Мне кажется, за год это очень неплохо, тем более за первый год. Как относишься к Виагре? Потрясающе, очень. Мы любим девчонок, очень крутые. Вот. Ближе всех я общаюсь с Эрикой. Вот, но ко всем им очень хорошо отношусь, очень талантливые девочки. Молодцы, в общем. Лучшая группа женская, я считаю. Так. Ух, как быстро полились-то ваши вопросы, не успеваю читать. Нет. Привет, Сургут. Нет, я не был на дне рождения у Веры Брежневой. С чего бы? Вдруг. Короче, нет, не был. Я недавно виделся с родными. Я же недавно вместе с Никитой ездил в Украину. Я заехал в Киев, увидел маму, папу, брата, сестру, куму, детей. Короче, всех увидел. Тёма тур, когда до самого хочу и жду. Скоро. Бомбанем по всей России. Кризис же, народ. Так. Мы не покупали в Найке. У нас есть такой потрясающий друг Вова, который нас периодически приглашает и дарит нам вещи из Найки. Я себе взял две пары обуви. У меня этих кроссовок уже просто там, мне что-то последние 3 дня так в лом разбирать вещи, и у меня все кроссовки практически сейчас стоят в коридоре, там уже завал, надо завтра будет все попрятать в шкафы. Да, больной человек, согласен.
Я купил себе, не купил, взял себе новую пару Джорданов, Nike Херачи, и еще взял вот такие крутые камуфляжные штаны. Халявщик, это да, этого у меня не унять. Чего Кани есть? Обувь? Нет, нету. Я за оригинальную обувь. Насколько я знаю, у Кани Веста есть только Nike Air Easy и Adidas Easy Boost. Вот. Но их раскупают вот так просто. Поэтому у меня нет этих моделей. Не успеваю. Сколько у меня пар? Ну, уже, наверное, около 30, мне кажется. Я уже начал дарить реально свою обувь друзьям, знакомым. Потому что, ну, есть такие, которые я не ношу, а я не собиратель, в общем, вещей. Я с вещами очень легко расстаюсь и считаю, что так и должно быть. Вещи не приносят людям радости. Ну так, приносят, когда они только появились. Вот, прикольно, эмоция какая-то. Вау, у меня новый кросс. Или там у меня новая тачка. Ну и все, это попускает быстро. Размер ноги у меня 42,5-43. Текс. Может, хватит игнорить? Ну, с удовольствием задай какой-то интересный вопрос, и я перестану тебя игнорить. Когда выйдет новый альбом? Ты имела в виду первый альбом? Ну, мы сейчас занимаемся наполнением хороших, крутых, качественных треков для альбома. Мы, конечно же, работаем над ним и обязательно выпустим его. Просто хочется сделать альбом клевым, чтобы он был наполнен хорошей музыкой, качественной музыкой, с правильным посылом и с приятной мелодией. Вот так. Привет, Гомель. Люблю суши, даже очень. Рубашки или футболки? И то, и другое обожаю. И футболки, и рубашки. Рубашек у меня, кстати, очень много. Вот всяких там, клетку. Я очень люблю рубашки. Вот. Недавно купил себе очень крутую черную новую рубашку. Такс. В чем на Биглав пойду? У нас дресс-код на Биглав шоу. Мы будем в красном с пацанами, поэтому... Все, кто имеют желание нас поддержать, приходите тоже в красном. Посмотрим, как много вас будет. Кто пришел поддержать M-Band? Что я чувствую, когда пою на сцене? Я кайфую просто невероятно. Это чувство мне очень сложно передать словами. И, ну, в общем, это моя жизнь, правда. Я уже не знаю, как я без этого. Я прям пою всегда. Даже когда у нас нет выступлений, я пою, я хожу в караоке петь. Мне пофиг, главное петь, я люблю петь. Ксюша, с днем рождения тебя. Пиццу тоже люблю. Вообще пожрать люблю. Первую песню я написал в 11 лет. В 11 лет я ее, правда, не выпускал, потому что она еще была детская такая, с максимализмом юношеским. Вот, а первая записанная песня я ее написал уже в возрасте то ли 18, то ли 19. Ну, что-то такое, La Present, если кто слышал. И понеслась. Права, да, легко получил, не сложно мне было. Ну, кстати, у меня нет категории на мотоцикл, поэтому я катался на байке нелегально. Sorry. Меня нет, не веселят плохие комменты. Я, кстати, начал блокировать людей, которые разводят демагоги. В плане не то, что там написать, ты там такой-такой, это ладно, это меня не парит. А те, кто начинает ругаться в комментариях с другими людьми, я их блокирую.
И нет ни одного человека, которого я заблокировал просто так, поэтому не нужно меня просить кого-то разблокировать. Если я заблокировал, значит, на это есть причина. Пусть учится разговаривать. У меня все-таки более 400 тысяч подписчиков в Инстаграме, и я уже чувствую какую-то ответственность перед этими людьми, поэтому стараюсь фильтровать то, что я говорю, и фильтровать то, что пишут другие люди. А, вид из окна нет, не покажу. Извините, ребят. Мой вид из окна очень красивый, это я вас могу уверить, но мне кажется, вы сразу поймете, где я живу. Не хочу, короче, чтобы меня караулили возле дома. Даже там темно, да, там темно, но там город светится, и там все понятно. Конечно, буду на примере фильма все исправить обязательно. Мы очень готовимся к этому фильму, к этой премьере. В общем, да, буду. Мама придет в красном, кайфово. Очень крутая у тебя мама. Нет, Влада не вырежут из фильма. Как вы себе это представляете? Конечно же нет. Влад часть этого фильма и останется на всю жизнь частью фильма. С соседями вот сегодня познакомился, милая девушка с ребенком. Первый раз увидел, уже практически полгода живу в этой квартире, первый раз познакомился с соседями. Толик что-то пишет мне тут. Ладно, друзья, был рад с вами пообщаться, поотвечать на ваши вопросы. Увидимся. Всем хорошего вечера, кому-то спокойной ночи, кому-то жаркой ночи. Вот. Кому-то, наверное, доброе утро, смотря где вы сейчас находитесь. В общем, салют.